Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на кейсфейл. У меня на балике 100 бачей. Давайте со старта поставим дабли $10 на черное, потому что последние два раза подряд падало красное. И я думаю, сейчас по всем законам Локи должен начаться какой-нибудь маленький стрик из черного. Но я как минимум на это очень-очень надеюсь. Отлично! Мы со старта видоса ловим плюс 10 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Но если вы депозитите от $5, то лучше вводите промокод NIK12 и получайте плюс 12% к депозиту. То есть, если вы закидываете скинчиком 1000 рублей, это больше $5, что логично. По этому промокоду вы уже получите 1120 рублей и абсолютно на халяву сверху 120 рублей к вашему депу. А также в закрепленном комментарии оставлю промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. Первый раз крутите, если просто переходите по моей ссылочке, тоже в закрепленном комментарии на кейсфейл, а второй раз по промокоду, который тоже там будет. Самое приятное отсюда выбить — это ящик со скинами. Мы уже его выбивали и лутали на халяву 20 баксов. И каждый из вас может абсолютно так же. У них, кстати, вышел новый режим Crazy Wheel. Если честно, я сюда вообще еще не залетал, но хочу сегодня это сделать и надеюсь, мы хорошо окупимся. Так, но я как понял, тут дохрена можно делать ставочек за раз. Давайте попробуем, не знаю, 5x поймать. Дайс, это же дайсы, вроде да, или это коинфлип. Там с коинфлипа можно прикольно еще залутать. Короче, я более-менее знаю, что здесь откуда падает. Я вот здесь вот эту инструкцию сегодня с утра почитал. Но сам как это все работает, еще не видел. То сейчас будем играть, надеюсь, что-нибудь ловить из вот этих вот бонусов. И как раз оценивать, что нам падает. Сука, 2x, ну это просто слив. Ну, неприятное начало, минус 40 бачей, а мы только начали ролик. Ну лады, давайте еще раз попробуем. Maybe нам как-нибудь сейчас со второй попыточки повезет. Но мне кажется, если ловить, то вот эти вот бонусы, даже вот так можно 50 баксов ставить. Потому что, ну вот эти бонусы реально интересно поймать. Мне безумно хочется что-нибудь из этого поймать и просто увидеть эту анимацию, что как это работает, какие вообще иксы отсюда можно забрать. То давай, родной, не подводи, выдавай мне или коины, или минеры, или дайс, или кейсы. Кстати, кейс даже на халяву может упасть, прикольно. Так, а тут еще сверху может икса упасть, как я понял, если повезет. Так, нам падает 5x, но... Это что, я просто в нуле буду? Ну это ни о чем, я просто свое забрал. А вот жалко, что до кейса не докатилось. Ну ладно, 50 баксов мы вернули. Но вообще хотелось бы... Так, погодите, я тут, у меня чуть интернет провис. Хотелось бы, как я и говорил, поймать что-нибудь жесткое. Давай, пожалуйста, родной, выдай мне сейчас что-то супер мощное из бонусов вот этих. Да сука, опять 2x падает на балике 20 бачей. Ну вообще ни о чем нахер. Ладно, давайте 20 баксов, которые у нас остались, просто поставим, наверное, на... Ну чё, можно залунить куда-нибудь вот сюда, но это, конечно, должно сильно повезти. Ну давайте тройнем в коин просто 20 баксов. Надеюсь, повезет, что могу сказать. Давай, родной, чё, последняя попытка камбэкнуть, ну или этот видос даже, походу, не выйдет, если нам не повезет. Ну нам, кстати, везет, нам падает... Это же коин, да, я на него и ставил, погодите. Так, и чё дальше? Выберите сторону, red или blue. Ну давайте, наверное, blue. То есть я сейчас, если не угадаю со стороны, я могу просрать весь баланс, я правильно понимаю? Так, и нам падает... Блю, да? Нет. Да, да, блю падает. Что дальше? Я угадал. А что дальше? Наш приз $206! Слушайте! Мы x10 залутали. Неплохо. Я думал, этот видос даже уже не выйдет. А так, слушайте, а мне этот Crazy Wheel нравится. Я понимаю, что мне нехило так повезло. Я еще угадал, но все равно. Но, кстати, интересно. А, ну не, если бы, наверное, красное выбил, я бы, наверное, все просрал. А может и нет, честно. Я сам пока не очень понимаю, как все это работает. Надо побольше покатать, будет понять. Я думаю, сегодня еще второй ролик выйдет на моем другом YouTube-канале, где я тоже буду катать в этом режиме. Надо понять, как что тут работает. Так, нам падает 5x. Можно еще сверху какую-то иксу, да, залутать, если повезет. Но нам не везет, мы просто сейчас в нуле. Окей, 50 бачей мы возвращаем. Давайте сейчас, наверное, попробуем еще чуть-чуть по-другому как-то разложить. Вот так вот, например. И $10, а что у нас, минер? Ну, минер еще поставим $10. 40 баксов рискуем. Ну, интересно, мне вот такие режимы нравятся, потому что здесь можно будет очень много прикольных стратегий придумать. Надо сейчас просто, ну, как бы понять, как работает до конца этот режим, покатать в нем побольше. А дальше можно пилить всякий интересный контент по этому типу. Так, а 3x я ставил, да, 30 бачей камбэкую. Но вот мне, я бы еще хотел сверху иксу залутать. Вот здесь есть барабан, и здесь, по идее, иногда будет падать сверху икса, но пока на мне не падает. А, ладно, давайте тогда сейчас... Да так же, наверное, поставим. Вот так вот, и еще вот так вот. Да, я думаю, нормально. Давай, родной, в идеале можешь мне сейчас выдавать коин или минер? Вот мне очень интересно, сука, минер поймать. Но падает опять 3x. Но для нас 3x это говно. Это зачем нам 3x? Мы, сука, по 20 баксов теряем.
Ну, как бы неплохо, я что-то камбэкаю, не все проигрываю, но, сука, все равно это мало. Ладно, пока что мы все равно в этом режиме в плюсе. Я сейчас хочу поставить на все бонусные варианты. И давайте еще $30 на двоих. Ну, бля, если сейчас упадет, мы сейчас дохрена можем просрать, если мне не повезет. Ну ладно, давайте еще $36 поставим на двоих. Я говорю, пока, пацаны, мне тяжело придумать какие-то стратегии, потому что очень много всего падает. И надо понять, какие вообще тут, как я говорил, тактики могут окупать. Но мне бы какой-нибудь бонус выбить. Вот бонус было бы прикольно. Так, это что? Это я ставил, наверное, да? Это дайс, да, у меня $10 стоит. Тут сейчас икса падает. Икс у нас 3 и 18. Что дальше? 3 и 18. Это перемножается на друг друга или добавляется? Как я не понимаю. Еще $209, слушайте. Да мне нравится этот режим. А можно он меня будет вечно окупать? Мы уже сделали x... Нет, мы отставки уже в общем сделали сейчас x30, да, получается? Нет, мы сделали x20. Да, мы два раза уже... Нет, блин, сколько мы сделали? Да, x20 мы два раза делаем к балансу. А, так, ладно, погодите. Иксы тяжело считать. Но самое... Я под... Бля, я пока говорил, пока радовался, по $36 случайно поставил. Можно сейчас какая-нибудь бонуска упадет? Я тебя прошу, родной, ну хотя бы 3x. А, я на 3x не поставил. Сука, я пока радовался, просрал весь баланс как дебил, блядь, потому что по $36 поставил. Ёп, блядь, зачем? Зачем я радуюсь вообще? Надо сидеть играть. Ладно, здесь сейчас откомбэчим. Ну, это тупо, это очень тупо было. Ну, я мог нормально играть дальше и поднимать баланс. В итоге, как дебилой, ты поставил по $36 на все эти варианты, а упало не то, что мне нужно. Йо, мне кажется, только я. Вот из всех людей на кейсфейле на такой способен только я. Причем я помню, что я сделал ставку $36. И я зачем-то заново... Ну, бля, ладно. Дай бог сейчас откомбэчим, но это было супер тупо. Так, нам падает коин. Коин, это получается... Чё, я забыл, цвет надо выбрать. Ну тогда был блю, давайте сейчас ред выберем. Но я прям, если я сейчас не угадываю цвет, то я, наверное, просираю и как бы все теряю. Но если выигрывает, у нас на балике будет почти 200 бачей. Но падает, походу, не то, что мне нужно, да? А, не, красная, красная падает, отлично. И чё, опять? Опять, да, отлично, $181 на балансе. Сука, ну представьте, что было бы, если бы я не сыграл как дебилой тогда. Ну вот, когда я, блядь, как дебил реально конченый сыграл. Ну ладно, пока что мы все в плюсах. Так, но я предлагаю сегодня в этом режиме еще покатать, потому что обнова вышла, и это очень прикольно. Давайте еще вот так поставим. Не знаю, но надо сегодня по-любому в плюсе будет закончить ролик. Я как бы уже мог в бешеном плюсе закончить, но я как дебил, к сожалению, сыграл. Поставил опять, получается, на все бонусы, кроме минера. Ну дай бог минер не упадет, что могу сказать. Так, упал 3x. Ну 3x, не, это вообще для меня говно. Давайте последнюю ставочку на $41. Попробуем еще, maybe, в других режимах чуть-чуть поднять баланс. И у меня, если что, сегодня еще на втором канале будет ролик, где я буду катать в этих режимах. И попробую, наверное... Так, сейчас я вот так вот сделаем ставки. Ну ладно, давайте вот так, $90 останется, где я попробую какие-нибудь maybe тактики попридумывать в этом режиме. Не факт, что у меня получится, вообще не факт, но я попробую. Так, ну сейчас, что у нас будет падать? Можно что-нибудь... Но мне этот режим на соли безумно нравится. Так, коин, сука, опять надо угадывать. Ну это тяжело. Так, лады. Ну смотрите, падало один раз синее, один раз красное. Мне кажется, ну как будто должно повториться и сейчас еще раз красную упасть. Ну просто мне так кажется. Не знаю, угадываю я, не угадываю, посмотрим. Но мне так кажется. Так, тут синий, перевернется еще, ни хрена. А вот если я проигрываю, я что-то... А, ну 10 бачей я забираю, да. Просто свою ставку возвращаю. Ну это хреново, это вообще ни о чем. Ладно, давайте, наверное... Уйдем с этого режима, попробую просто по своим... Не, давайте, я хочу просто сегодня в плюсе закончить ролик и в чем-нибудь спокойном. Например, в дабле поставим $50 на красное. Если сейчас выигрываем, то я заканчиваю этот видос. Я считаю, что в Crazy Willy я хорошо окупился, просто из-за того, что я чуть-чуть дурачок, как бы тиктокер. Я, ну вы сами видели, что я сделал. То есть, если бы не это, я был бы в колоссальном плюсе. Так, можно мне сейчас красное выдать? И я просто в плюс $50 заканчиваю этот видос. Отлично, все, мужики, хотя бы в плюс вышел с очень плохой одной ставочкой в Crazy Willy. Я понимаю, там... О, кстати, вот здесь сверху икса сейчас упал. Прикольно. Я понимаю, что это было супер тупо, но с этим, к сожалению, ничего не сделал. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно за всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. И этот промокод работает от любой суммы. Но если вы депать от $5, то лучше вводите промокод NIK12 и получаете плюс 12% к депозиту при пополнении уже от $5. То есть депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1120. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также оставлю промокод на то, чтобы второй раз круто барабан призов. И ссылочка на кейсфейл тоже будет закреплена в комментарии. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю!